супер клиника. Апокалипсис сегодня. Ну это прекрасно. На самом деле чувствуешь себя как будто в каком-то южном городе, и легкий бриз. Да, дует в твою сторону небольшой ветерок. Прекрасно, прекрасно. Власти города явно справляются с наводнением. Мне кажется, сейчас чисто теоретически можно и спиннинг покидать. О, волна пошла. Так, эй. Да, вот это да. Телемилитрямде. Страна чудес. Как всегда, прекрасная Куйбышева выхватывает самые соки, короче, в типичном и так далее. Прекрасно вообще. Вот это зрелище. Я такого давно не видел. Ты знаешь, всегда любишь посмотреть на большую воду, да? А теперь не надо никуда ехать, не за город. Можно посмотреть на большую городу, воду прямо внутри города. Прекрасно, в центре. В центре Бежицы. Ой, это замечательно, если это честно. Припаркована машина. Бедняга, слушай, она стоит, да, там что-то... На аварийке, скорее всего. На аварийке. Они вышли и ушли. Наверное, захлебнулась, наверное. А тут захлебнулась, да. Вот дети, молодняк, там что-то тусуются. А я, когда весь этот апокалипсис происходил, смотрю, люди просто на обочины выезжают, на тротуары, на тротуары выезжают, потому что здесь по полмашины просто... Да, суши сегодня, наверное, никто не будет кушать. А может, вечером сейчас наловят как раз. Я говорю, спиннинг имеет смысл покидать. Слушай, это я видел фотки. Вот. По-моему, как раз суши кто-то выкладывал. Вообще нормальное движение. Волну дают, ребята. Хорошо, уже полтора часа. Отходи, ботинки замочь. Ладно, все понятно. Это как всегда. Вот тот парень, что отдыхает обычно на Куйбышево, в кресле плавает. Вот, известный мем. Вот. Где ты, когда ты так нужен? Городу нужен новый герой. Блин, мне прекрасно.